Здравствуйте, мои хорошие! Снова с вами магазин Lucid.ru «Серебряные украшения». Сегодня у нас столько красоты, что на палетку даже не умещается. Посмотрите, какой нарядный, эффектный, такой прям нетрадиционный, опять же, комплект от компании Vega. Vega у нас мастера, поэтому по нетрадиционным комплектам, да и по традиционным тоже. Значит, у нас выращенные кварцы. Посмотрите, вписан камень неправильный такой, да, октайт. Раз, два, три, четыре, пять. Пептайтер, как, ну, еще с пятью гранями, в обсыпке из фианитов. Посмотрите, какая интересная здесь огранка у камушка. Мне кажется, прям можно бесконечно его разглядывать. Причем такие массивные серьги, они посажены просто на английский замочек, что дает возможность нашему ушку не так сильно напрягаться, да, и вес у них всего 20 грамм, то есть по 10 грамм на ушко. При вот такой посадке, конечно, он очень хорошо нивелируется, не будет так тяжело, но камень очень эффектно смотрится и будет работать на просвет шикарно. По открытию видите, достаточно большой замочек, еще не разработанное изделие, они там только получили. И так, здесь мы посмотрели по аквамарину. Дальше мы смотрим перстень. Посмотрите, какой интересный, мне кажется, все-таки к грекам относится, к Средиземноморью орнамент, да? Меандр он, по-моему, называется, похож немножко. Вот. И в таком же формате сделан огранен камушек. Я, конечно, мозги мои уплывают, потому что все знают, что я обожаю цвет аквамарина. Он прям уносит меня далеко. Эффектно очень украшение смотрится. Хочется смотреть, любоваться и как-то, вот знаете, под него медитировать. Я даже немножко расслабилась и ушла от темы, что мы пишем видео. Размер колечка 18,5. Буду мерить на 18,5. За счет того, что верхняя часть достаточно широкая, как бы кольцо у меня, видите, плотно сидит, не заваривается, но при этом достаточно свободно. То есть ручка запотевает не будет за счет того, что есть вот здесь, видите, некоторые воздушности. И по браслету. Браслет у нас центральный элемент достаточно большой. Все остальное идет частично каркасный. Посмотрите, как богато украшен, опять же, видите, по всему контуру. То есть видимая часть у вас получается на руке будет вся украшена вот так вот россыпью фианитов, инкрустацией, да. И браслетик мягко огибает женскую ручку. Застежка на складной замочек, что в принципе дает вариант, если по размеру не подходит, всегда можно приобрести второй и удлинить браслет. И у нас есть сразу второй комплект с аквамарином, я уже к нему потянулась, он 20 размера, ну вот, на шикарно, конечно, на среднем пальце, мне кажется, это смотрится более эффектно. Я сейчас потихонечку буду палетку с вашего разрешения разгружать, посмотрите, как красиво, очень интересное изделие, поэтому рекомендую к нему присмотреться. То, что до Нового года писали, все они у нас улетели, вот кое-что в остатках только осталось. И дальше мы смотрим, значит, по цветам. Цвет александрит, он меняет у нас цвет на зеленый. Вы помните, в наличии размер 18,5, есть полностью подобранный комплект. У нас осталось два колечка розовых кварца, причем, смотрите, по цвету они совершенно одинаковые, по боковым камушкам тоже. А вот по размерному ряду, вот это у нас старая партия, 18 размер, и новенькая 19. То есть сережки-то остались одни, но, в принципе, есть выбор, кому как взять на 18 или на 19. Самый наполненный по содержанию комплект — это у нас 18,5 хризолит. Опять же, напоминаю, выращенные кварцы все это. К нему есть серьги, браслет. И смотрите, какое великолепие. К нему есть еще и кулончик, да. Еще раз, как-то раньше всегда разговаривали про это, а сейчас давно не упоминали. Если вы покупаете целиком такой комплект, браслет, серьги, кулон, кольцо, не надо сразу все на себя навешивать, да. Никто про это не говорит. Но когда у вас есть вариант надеть, например, сегодня кулон и браслет, да, и обыкновенные сережки, это всегда такой бонус. То есть вы можете этот комплект миксовать постоянно с разными, в зависимости от того, насколько вы, ну, как бы нарядно или спокойно одеты, то есть выбирать количество украшений из этого комплекта, которые вы наденете, да. Иногда бывают такие глухие водолазки, куда подвеска будет очень актуальна, да. Бывает, что браслет, например, к вязаному платью совершенно не нужен. Разные бывают ситуации. Поэтому, когда берете весь комплект, никогда не надевайте, пожалуйста, его весь целиком, но имейте его в запасе. Это дополнительный бонус. Смотрите, у нас два комплекта с желтым топазом, на что хочу обратить внимание. С цитрином, на что хочу обратить внимание, что камушки, видите, немножко по огранке, по бокам немножко чуть-чуть они отличаются. Если для вас это критично, то к браслету подходит вот этот размер, мы сейчас посмотрим. Вот этот комплект отдельно будем его рассматривать.
Ну, у нас в 18 размере, кстати, его одела на 17,5, и даже неплохо, как бы он мне и сел, вроде не очень свободно. И есть размер 18, надела на 18,5. Знаете, какой-то комплект универсальный, на все размеры хорош. Вот он идеально подходит к браслетику, да, и к нему же есть серьги. Мы сейчас, наверное, все вместе тоже поближе вот так посмотрим, да, чтобы вы посмотрели на красоту в сочетании цитрин. Смотрите, видите? То есть здесь у нас, опаньки, колечко-то я перепутала. Видите, как я вас? Тимс. Вот так вот получается правильно. Вот, видите? То есть у нас все боковые камушки идут все у браслетов, у колечка и у сережек одинаковые. Тогда в этой ситуации у нас получается 18 размер. А в ситуации, если для вас это не критично, то можно взять размер волшебство, тоже 18. Значит, не будем ничего придумывать, просто есть наличие два комплекта. И что мы еще не посмотрели? Мы еще не посмотрели розовый кварц и Лондон Топаз. Значит, смотрите, цвет темно-синий или Лондон Топаз у нас есть в размере 18,5, и к нему тоже остался только кулончик. Вот, так что я думаю, тоже можно для тех, кто, например, не носит сережки, тоже можно такой вариатив вполне использовать. Один браслет остался у нас с родолитом, все остальное уехало. И вариант с розовым кварцем мы еще не посмотрели. И вариант с розовым кварцем. У нас остался комплект в 18 размере. И 18 я примеряю на 17,5. Вот такая вот красота и радость на сегодняшний день. Всего хорошего, мы ждем вас в нашем магазине.